Инесса, где у нас Инесса? Инесса, где ты? Помаши мне ручкой. Где ты? Инесса ездит на спортивной. И пусть удобство субъективно, но на спортивной позитивно. Сплошной щенячий эпатаж, и если вдруг проколет шину, то быстро тормознет мужчину, чтоб на руках донес машину в какой-нибудь шиномонтаж. Саша, Саша, а Саша ездит на Каене. Пусть не сильно в перестроении, да ей плевать на настроение водителей других тачек. Пусть бывший папик с ней не ласков, он все равно дает наказка, не принимаются отмазки. Заботься, если приручил. Таня, 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 где ты? Танечка, помаши мне ручкой, где ты? Таня, не вижу, вот. А Таня ездит в Мерседесе. И существует много версий, что именно у Тани персик. Но персик сочный, это да. Какой самой водить не нужно? Водитель нанятый к тому же, он все рассказывает мужу. Зачем каталась и куда? Юля, Юля, где Юля, девчонки? А Юля с сумкой и с пакетом, с другим пакетом и при этом, с огромным фотиком и светом. Поди на шпильках Дениси кричит в разряженную трубку, что полчаса стоит на трубной. Но Радик понимает трудно. Он только первый день в такси. Тетя Катя, а тете Кате вы в заботу. Я ехать 3 часа с работы, потом идти, сбивая боты, таща бутылки и ведро. И тетя Катя ставит свечку перед иконкою на печку тому святому человечку, что наконец-то в Челябинске к дому проведет метро. Что к дому проведет метро. Спасибо. Мне вы понадобитесь, от вас мне понадобится совершение неких действий. Хорошо, тело движения, я бы сказала. Хорошо, вы согласны? Да, но не всеми частями тела, а только одной частью тела. Это пальцы. Ну-ка проверьте, давайте так. Можно? Хорошо. А можно тогда вот одну ногу тогда сюда? И в определенной позе. Вот так. Вот в определенной так, позе. Вот так вот поставьте. Так, вот. В определенной позе. Так, хорошо. Теперь ногу вторую чуть вперед, потому что спортсмен, да? Типа там, знаете, дорогая, о-о, ты выйдешь за меня. Столько сюда. Не, мы так не будем делать, правда. Да. Можно еще пальчиками? Нет, вот так поставьте. Правда? Девчонки, кто ловил цветы? Вот мужчина, говорят, можно ему сделать предложение. Красивый, смотрите, какой красивый. Итак, да. Вторую ручку. Руку вперед. Да, теперь смотрите. Я вот во вторую ручку вам поставлю телефончик. Поднесем вот сюда вот пальчик. И только пальчик. Работайте, работайте. Работайте пальчиками. Раз. Что самое главное в мужчине, скажите, девчонки? Чтобы он хорошо фоткал. Совершенно верно. Можно мне музычку? Такое что-нибудь современное. Наша банда, мы бежим с тобой, как будто гепарда. Как я скучала, милый, видишь слезу в глазу. Сфоткай меня, чтоб было видно эту слезу. Вот и конец скитаний, вот и со мною ты. Сфоткай меня с цветами, точно вошли цветы. Как я молилась Богу, как я молилась, зай. Сфоткай немного сбоку, руку не обрезай. Ты же моя находка, мой персональный рай. Толстая, перефоткай. Страшненькая, стирай. Я же не зря скучала, так что давай. Держись, это еще начало, а впереди вся жизнь. Ох, как тяжело позировать. Не, ну это браво, это браво. Это браво. Это браво.
книгу. Телефон. За смелость. Вот телефон вы вернули. А можно я поцелую вашего мужчину в щечку? Крепкое рукопожатие. Подожди, сначала фотографируй, я фотографирую. Так, ты фотографируй. А меня теперь можно сфотографировать? Да, давай я тебе. Фотограф сказали. The best, лучший. Отлично. Теперь я знаю, как вы видите Дед Мороз из Ямайки. Сергеевич, Сережка, можно три под смену разрешили? Он такой хороший. Под гитарку! Руки выше! Руки выше! Кидает вверх! Лето, и мою к тебе, милый, любовь. Ну вы приходите с кровати, со своей. Давайте, да? Давайте. Это тоже? Сразу на кровать. Да, а это ваша кровать? Ну, похоже, теперь да. Слушайте, а вы женаты? Да.
Девчонки, кто цветы ловил? Вот смотрите, я только приехала в Челябинск, я уже двух типа неженатых нашла. Причем каких шикарных, заметьте. И вот вы мне потом говорите, что я за кого замуж. Так почему тебя третий раз приглашают? Вы просто плохо их добиваетесь, понимаете? Мужика нужно добиваться, вы не знали? Не знали, что мужика надо добиваться? Я вас научу. Давай, укладывай мужика. Не страшно, не совсем не считается. Падайте, падайте. Отлично. Да повыше, повыше, чтобы удобнее было. Кто же из вас спит? Воу-воу-воу. Мы как принесли с тобой как будто агепарда. Давайте аплодисменты. Еще один. А наш свет добьет, да? Туда-туда-туда. У нас хороший свет. Это песня сильная женщина. О том, как нужно добиваться мужчины. Два куплета. Припев. И самое главное, бонус-трек. Коня на скаку остановлю. Я сильная женщина, I love you. Ты был неухоженным, но теперь я стану заботиться о тебе. Коня на скаку, хей, левой рукой. Ты можешь расслабиться, дорогой. Тебе напрягаться не надо, вовсе расслабься, расслабься и получи удовольствие. Назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно ни с кем не спутался, ведь ты же беспомощный совершенно, а я твой продюсер. И твой священник, твоя секретарша, и твой водила, и я тебя практически победила. Твоя стриптизерша и твой банкир, пока не отброшу коньки. Подожди, коньки. Да, ты на номере, он не получился. Но не страшно, ты можешь мне не подавать пальто, и руку при выходе из авто, и шубу не надо дарить с собой, я сильная женщина. Мне не больно, я твой неотесанный вариант. Я твой самый выгодный вариант. Ты просто скажи, что меня заводишь и я с дамочки ру удалюсь сегодня же. Назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно ни с кем не спутался. Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер, твой священник, твоя секретарша и твой водила, и я тебя практически убедила. Поднимаю нож, поднимаю. И пусть для победы нужна. Красиво лежишь, прыжок. Самая малость. Сильная женщина. Заем. Заколебалась. На улице дразнят странно.
Деверь, ты едешь не в рестораны, а в правильный универ. Ты едешь, куда деваться? Пусть разряд не первый раз. Но лет 19-20 твой курс обвиняет класс. И форму, а, и руль, а, и фары, па-па-па-па-па-па-па. Теперь это новый Форд, и ты выбираешь пару, чтобы ей предложить комфорт. На что и придорожной страсти своих лошадиных сил. Но я не король на трассе, а так эконом-такси. Ты молод, оперативно решаешь, звонить спешишь. И вот ты уже спортивной в машине каков присишь. Ты модный, ты эпатажный, тебе молодой мотор. Еще не хватает стажа, но чувствуется задор. Ты принц, у тебя невеста, кассеты, чулкан, отец, мать, но друг. Не хватает места для тещи и двух детей. И вновь переходный возраст, и вновь ты не эталон. И снова мне коморфозы растет на глазах салон. Меняются габариты, и вылихать из ворот. А! Ходовка слегка разбита, списаться бы в поворот. Так было легко на Порше, но эта пора ушла. Сперва ты меняешь поршень, потом промываешь шланг. И ты бы купил новее, но тот же не магазин. Смеяться, зубная фея, давай ты буксуй, иди! Ну, кнопочка на панели, и глохнет мотор внутри, и лучик в конце тоннеля. Приехали, выходи! Выходит душа наружу и хлопает дверцей. Хлоп! Теперь ей уже не нужно телесное барахло. Сломалась внутри пружина, и снова ты окрылён. Шампанского закажи нам. Сегодня не за рулём. Да, сегодня не за рулём. Ручки выше. Сегодня не за рулём. Не сегодня не за рулём. Сегодня не за рулём. Йо-хо, сегодня не за рулём. Челяба. Я вам вас тут в первом ряду приведя. Можно я вам почитаю? Чтобы вы мне как партнер дали энергию. Хорошо? Нет, подскажите, не надо. Да, это такое не очень веселое произведение. Называется «Стихи о любви», в которых о любви ни слова. Кушайте, кушайте. Выпейте перед этим. Все? Да, вы тоже обязательно. Вы прям обязательно выпейте. Это так. Лирика, знаете. Давай сразу покончим с прошлым. Ты хорошая, я хорошая, он тоже хороший. Придумаем оправдание, солнечная активность. Тут не попишешь в газетах картинки страшных цунами и катаклизмов,
мир на грани войны плюс пресловутый кризис. Люди подвержены страшным мучениям. Мы не исключение. Не ведаем, что творим. Ему одиноко. Он вроде как строил Рим, построил только фундамент. Ты типа червонная дама. Хотелось бы в дамке. Подумала, дамка. А тут я. О, бля. Я в роли стервы эгоистки не постыдилась читать переписки. Утром наделала писку, писку, хотела менять прописку. А в результате чего? Одышка. Бежать, задыхаться, дурацкие вспышки. На солнце и даже чуть-чуть на луне. Шило и мыло идут по одной цене. Итак, подытожим. Ты хорошая, я хорошая, он тоже хороший. Мы выступаем единым блоком. Поставим друг дружинке смайлики в блогах. Сходим пошопиться постдепрессивно. Снова станем очень красивыми. И что? Рим недостроен. Я эгоистка. Белая шашка к черному полю близко. Все повторится в других комбинациях. Лишь бы только хватило финансов. Ведь гибнем-то мы за металл, за нал. Гибнем жестоко на уровне кухни, на уровне НАТО. А парень-то твой знал? Ну, конечно, не знал. И не надо. Что, любовь? Зла. Любовь? Да, продолжать не надо. Зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Я тебя отпускала корабликом по ручью, объясняла серьезно, что хватит, что не хочу. 3-4 секунды грустила, думая, в чью разогретую гавань откнешься чувственным носом. И спешила отметить первый свободный день, собирая подруг по радости и беде. Приползала под утро хмельная, а ты сидел на скамейке, влюбленный и без вопросов. А знаешь почему? Потому что любовь зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Я тебя отпускала ракеты в другие мира. Ты вскрывал себе вены и горестно умирал. Кровь кристалла фонтанами из чудовищных ран. И летала по комнате, вроде как невесомо. Мне тебя приходилось стремительно возвращать, гладить стрелки на брюках и наливать борща, пересказывать сказки о добрых, простых вещах, допускать твои руки к моим запретным зонам. Любовь, потому что любовь зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла. Любовь зла. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. И тогда я решила, ну может не отпускать. Вроде мы с тобой оба болеем за ЦСКА. Золотой на запястьях, серебряный на висках. Ты меня счастливишь, такой же дорогой. И тогда я сказала, ну ладно уж, обними мой возлюбленный царь, свою нежную сломить. И вот только я это сказала, как в тот же проклятый миг ты послал меня к дьяволу и полюбил другую. Потому что любовь зла. Любовь зла, ты знай это, зная зла любовь. У каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла, любовь зла, любовь зла.
Любовь зла. Каждый маленький девочек способ большая жизнь одна. Ты герой. Не больше и не меньше. А на личном фронте западня. В целом мире идеальных женщин ты зачем-то выискал меня. У других порядочные жены, полные задора и огня, а у нас то избы не зажжены, то коней никто не выгонял. У других податливое тело и всегда горячая плита отвечают коротко по делу и приумножают капитал. А тебе не повезло со мною, я твой нераскрытый парашют. Я все время ною, а потом прошу. Ты мечтала о женщине полезной, приобщенной к шпаге и копью. Я же то куда-нибудь залезу, то случайно что-то разобью. Если это светлое начало, где же пара крыльев за спиной? Пальмовых ветвей не получала, нобелевских премий ни одной. А пороть меня себе дороже, не ценю святую доброту. Даже бросить ты меня не можешь. Я же непременно пропаду. Спасибо. Я уважаю. Как с модой, как с модой. Поаплодируйте, кто модный. Аплодируйте. Но вам явно не хватало хорошего стилиста. Дамы и господа, в Челябинске впервые проездом в Екатеринбург мы представляем вам съемку новой телепередачи «Модный приговорок». Ведущая программы Матрёна Офишиал. Матрёна Ивановна. Все в порядке? Козырёчек. Камера, мотор. Начали. Я начинающий стилист Матрёна из Калуги. И всем, в ком деньги завелись, я подбираю луки. Я стриженная под каре. В очочках типа киса. Хвалите же меня скорее прекрасного стилиста. Я собираю мастерские наряды для тусовки. И босоножки под носки. И шубу под кроссовки. Стиль называется спорт-шик. Париж давно на спорте. В нем все фигуры хороши, и вы со мной не спорьте. А кто от спорта подустал, кому нужна нирвана, есть нечто лакшери. Бомж-стайл. Ну, типа рвана. На молодежь за пару сет, мне с молодежью проще. Стиль импозантный дровосек и борода извозчик. А вам не нравится? А вы кто? Васильева Алена. На вас дурацкое пальто и редикюль палёный. Вы как колхозница с полей, вот только отпусти. У вас же возраст соболей, вам нужно быть на стиле. Я разбираю гардероб как ниндзя, даже резче. В чем замуж, в чем ложиться в гроб? Ну, базовые вещи. А можно просто заказать мой курс за 8300. Теперь вы дранная коза. А станете актрисой. Не надо жертв для красоты, а надо много денег. Смотрите ранние посты. Там масса наблюдений, полезнейшая болтовня. Доступно, не мудрено. И подпишитесь на меня. Офишиал Матрёна! Шансончик. Ах, это Ева!
райская оторва. В натуре. Всю жизнь мне зарубила на корню. Ну типа дичь, короче. Жила в раю, жила на всем готовом. Балаженка. И по садам бродила в стиле ню. Ню-ню. А этот бес, змей, ну кто его подсунул? Черт в натуре. Продюсер был коммерческим весьма. Контора. Какой-нибудь промоутер из ЦУМа. Прикиды. С коллекциями осень и зима. И с тех пор я покупаю джинсы, туфли и колготки, и черный плащ, и белую фату. Короче! Шмотки, 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 шмотки! Чтобы прикрыть хоть чем-то наготу. А сам Адам, да тоже, подкаблучник. В натуре подкаблучник. Он прикрывался фиговым листом. Определялся. Ну а теперь последнюю получку, ты представляешь, что он вообще платит, потратит на ремень Луи Виттон. Ох! Ай, надо соболя в натуре. Лявра! Хоть душу продавай, но оплати. Лаве! И этот плод надкушенный по дури. Хавчик. С веками превратился в лохотип. И с этих пор я покупаю джинсы, туфли и колготки, и черный плащ, и шубу на горе на воду. Короче! Шмотки, 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 шмотки! Чтобы прикрыть хоть чем. Короче! Шмотки, шмотки, шмотки! Она сядет горячего погода, чего она будет спрятана! Стас, 2 лева 800! Спасибо. Челябинский шмотки лучше всего зашли для занятия. Потому что это патриотично. Можно мне такое что-нибудь иностранное? Красота, как пупочная крыша, прятай женщины хоть убей. Нашу бабу узнаешь в Париже по накачанной верхней губе. Ни кокошник, ни запах махорки, ни танцующий рядом медведь. Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке по накачанной верхней губе. Бабы русские, нелегко нам, роковая на нас печать в деле нефти и силикона. Есть ресурс, значит, надо качать. Значит, надо расправить знамя и достойно нести лицо, чтобы видели, чтобы знали, чтоб боялись в конце концов. В мире черного капитала, где свирепствует все. Наша баба Бубу раскатала. И попробуй я закатай. Thank you.
А там сердечных не спасает йод. Царапины внутри, а не на коже. Одна дает, другая не дает. А впрочем, абсолютно не похожи, как сочное жаркое и бульон. Тужаешь, это мучает диетой. В одну влюблен, в другую не влюблен. И сложно выбрать между той и этой, в которую влюблен, а на огонь. Наркотик с упущенной поверье, она своей точеной ногой растопчет даже без прикосновений. Вторая первой уступает всем, не может улыбнуться так же мило, но согласилась на БДСМ и все сама для этого купила. Для первой сумки розы и духи. Без обязательств это главный принцип. Ты должен смирно ждать ее руки на случай, если мне прискачут принцы. Вторая говорит, что ей близка свободная любовь, но врет, короче, и тайно уводит женские войска в твою квартиру под покровом ночи. То трусики забудет, то пальто, кастрюльку, сковородку, что так чаю. Весь день ты честно думаешь о той, а ночью память словно отключают. Ты даже раздобрел за эти дни, тебе идет. Насытишься и стонешь, ах, можно было бы их соединить. БДСМ и сладкую истому. То рвешься к небу, то идешь ко дну. Боишься даже думать о расплате. Настанет день, ты выберешь одну и ошибешься при любом раскладе. Спасибо, друзья, спасибо огромное. Ну а сейчас долгожданный перерыв. Рома мечтает о модном пальто за 2300 евро из добротного кашемира классического покроя. Вот пойдет он в таком гулять по бульварам из универа, и девушки станут смотреть на Рому, как на героя шекспировской пьесы. Где действие в каждом акте? Где классика инициации первой любовной крови? У Ромы огромный потенциал. Но пока никакой практики и куртка Олеска, а чинный Иван Петрович, застегивая ширинку в туалете администрации и уверяя себя, что сегодня похолодало, ради такого потенциала точно решился на операцию, плюнув на дело партии политические скандалы. Бедный Иван Петрович недавно влюбился в Иру, девушку во всех отношениях видную и молодую. И вопрос, симулирует Ира или не симулирует, не дает ему сосредоточиться на заседаниях Думы. И когда он измученный под вечер ждет Иришку, то горланит в джакузи арию из Риголетто «Сердце красавицы». Да так голосисто, что Клим этажом ниже готов зарыдать и вернуться в театр оперы и балета. Откуда ушел? Ведь нельзя же так долго в хоре. Искусством-то сыт не будешь, чего не сказать о кухне. И теперь у него вместо зрителей стены эти помидоры и ресторан Шарапина эту минушку обнял. А где-то в хрущевке Айдюль трет сгоревшую сковородку и ломает судьбу от каменные бифштексы. Ей сегодня предстоит быть, но очень-очень кроткой. Ведь на ужин опять ничегошеньки, кроме секса. А мужик ее любит, женщина, бешбармаки. А мужик ее любит, манты, а понтов не терпит. Хорошую вещь не назовут браком. И Айдюль ненавидит растущий живот, превращает в стерву. А у Светочки есть экономка, водитель и муж культурный. Только Светочке впору писать
мемуары о том, что такое эко. Она по 14 раз на день измеряет влагалищную температуру, вычисляя момент для зачатия нового человека. Но у Светы какие-то слишком свободные яйцеклетки. Со своей конституцией надменные точно снобы. Вокруг все с детьми, и старушки, и малолетки, и даже нищенка в переходе, причем каждый день с новым. И Светлана бежит в мультибрендовый плакать и причащаться, и покупает седьмое пальто за 2300 евро. И если ты скажешь мне, что знаешь хоть что-нибудь о человеческом счастье, я никогда, ты слышишь, никогда тебе не поверю, не поверю, не поверю, не поверю, не Спасибо. Милый. Хорошо, что я не вижу тебя. От этого ты еще загадочнее и еще прекраснее. Я помню дни, когда мне были не страшны любые горести, и мир казался чередой сплошных прогулок в поезде. Смеялось солнышко сквозь грязное стекло, тянуло лучики, одних попутчиков бессовестно влекло к другим попутчикам. И превращался незнакомый пассажир в такого нужного. И с ним хотелось разговаривать про жизнь, за поздним ужином делить, горячим подстаканником звеня, кулек с ирисками. Но все попутчики сходили без меня, их ждали близкие. А я молила, чтоб нажал на тормоза кондуктор поезда. Я полюбила вас. Сто тысяч лет назад. Сегодня поезд. Я бы хотела жить в маленькой белой башне, лучше на самой верхушке седого мыса, так далеко от всего вашего, чтобы не встретиться даже в случайных мыслях, и чтобы кружили орлы, и чтобы толпились тучи, толстые, разодетые, как оперные сопрано. А я бы садилась у форточки на деревянный стульчик и провожала их на гастроли в другие страны. И чтобы зима и осень, и чтобы весна и лето с трудом добирались ко мне по камням и грязи. И чтобы ни телефона, ни интернета, ни наша печаль, связь. Я уйду неслышно.
достанешь от меня уста. Взяв мобильный с туфлями под мышку, выйду из подъезда и растаю. Люди существуют параллельно, людям не нужны пересечения. Ты не бойся, я уйду мгновенно. Дважды не войду в твое течение. Мозг художника питают стрессы. Лучший педагог по режиссуре говорил, что нужно ставить пьесы только о себе, пусть даже в сюре. Я не стану по телам скитаться от раската реплики финальных. Ты не бойся, мне ведь не 15. Ухожу я. Всем женатым мужчинам посвящается. Спасибо. Пожалуйста. После встречи в отеле все предельно понятно. В этом сладком коктейле земляничном и мятном есть цианистый калий, несмертельная доза. Мы друг друга искали, но нашли слишком поздно. Оттого бесноватость, боже, это же надо. Милый друг, признавайтесь. Милый друг, вы женаты? Вы женаты. И дети, и супруга в декрете, и супруга в декрете, и беременна третья. Я вам послана небом, значит, грех не засчитан. Я намного роднее вам, я под вашей защитой в безопасности, то есть не пойдут кривотолки. Я за вас беспокоюсь, вы слыхали о долге? Есть прекрасные книги, вам полезно прочесть их. Вы плетете интриги, вы слыхали о чести. Вы не птица в полете, вы супруг и родитель. Вы же их предаете. И меня предадите. Что, уже утомило? Утомляться не ваше. Вы женаты, мой милый. Остальное... неважно. Остальное. Неважно. А давай после тебя мне уже ничего не страшно. Это вам посвящается. Это сложно, потому что я написала, но еще не знаю, как это исполнять. Все это вот такая будет челябинская примера. Спасибо. Очень сложно читать лирику, потому что всегда нужно как-то немножко показать себя настоящего. Это ужасно страшно. Всегда проще, когда такая макияж. Такая, ой, спасибо. Не надо бояться. Спасибо. Спасибо. Так же, как у меня горячо разжигай камин,
После тебя мне не страшно ни с кем прощаться. После тебя мне не страшно ни с кем прощаться. Даже с тобой самим. Чувства слов я лечу с гор. Дальше не ясно. Вино, постель, белые простыни, шелк и хлопок. Мир разлетелся на сотни хлопьев, и началась метель. Столбик термометра взял зеро, села зарядка на телефоне. Снег совершил на твоем балконе зимний переворот. Пальцы ломило от нежности. Столбик термометра падал в бездну. Я повторяла, зима исчезнет, если мы захотим. Снег разлетался, как серпантин. Город стоял в сумасшедших пробках. Я повторяла, но как-то робко, если мы захотим. Город к утру поменялся весь. Кто-то забыл поменять резину. Ты мне писал, что не любишь зиму редко по СМС. Помнишь, мы встретились? Был ноябрь, было в трактире полно народу. Ты не сумел обмануть природу. В принципе, как и я. В принципе, как и я. Но можно я тебя поцелую, Сашка? Я уже вам столько аккуратно после всего, что между нами было.
Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваши глаза, потому что очень страшно быть артистом. Вы знаете, это невероятно страшно. Вот ты выходишь, и как будто все тебе чего-то ждут, а ты обыкновенный человек. И когда в зале есть глаза, которые смотрят и говорят, давай, давай, позорься до конца. И в этот момент ты понимаешь, что ну позориться так позориться. И я хочу прочитать стихотворение. Даже питерские композиторы написали мне биток под него. Это стихотворение о том, что не нужно переписываться с незнакомыми людьми. Скажите, вы в социальных сетях отвечаете незнакомым людям? Аплодируйте, кто отвечает. А кто не отвечает? Вот, ребята, кто первый раз поаплодировал, послушайте те, кто поаплодировал второй раз. Они умеют. Никогда не разговаривайте с незнакомыми. Он пишет, привет, я на даче, осень. Желуди бомбочки любят по черепице. Ночью ворочался, страшно уснул лосень. Чтобы дожить до рассвета, пришлось напиться. Сделал глинтвейн по рецепту соседа Борьки. Это несложно, сложнее отмыть чайник, кьянти, корица, кусочки лимонной корки. И кипятишь, расслабляешься чрезвычайно. Осень обычная, как-то без аномалий. Есть ли глинтвейн желудевый, спрошу соседа. Я отправляю в ответ очень милый смайлик вроде беседы. Смайлик вроде беседы, смайлик вроде беседы, смайлик вроде беседы, вроде беседы. Он пишет, привет, в Амстердаме мечтал, съездил, только почуял Wi-Fi сразу в сеть. Здрасте, мы тут с соседом, ну с Бойкой, сосед трезвый, но ненадолго, поскольку живем просто, скоро в пробах, гидропоникой, пивом, бляском ходим, глазеем витринах, витринах, сучки, не беспокойся, мы будем предохраняться. Мы же по жизни гордоны, пупырчатые и везучие, клёвые фотки от папы на них самали. Впрочем, шучу, ты живая, кругом клоны, я посылаю кокетливый хитрый смайлик, вроде поклонник, смайлик. Вроде поклонник, смайлик, вроде поклонник, смайлик, вроде поклонник, вроде поклонник. Он пишет, влюбился чудовищно хуже бреда, детская богиня упала с небес манной, только немного беременна от соседа, так что пришлось переехать, живу с мамой. Ты мне как папа скажи, каковы шансы, мама не к теме, а хочется поделиться. Бойко, гандон, я порядочный, так ужасно. Мы теперь с ним из враждующих коалиций. Бросила работу, разбитый лежу в спальне. Пьяное сердце стучится в грудную клетку. Я посылаю в ответ очень грустный смайлик, вроде жилетка. Смайлик, вроде жилетка. Смайлик, вроде жилетка. Смайлик, вроде жилетка. Вроде жилетка. Он пишет не мне, потому что он мне не пишет. На аватарке в компании статус лета. И я ему здравствую, как жизнь, за кого вышла? Ваша богиня, за Бойку, который сосед твой. Я заболела, из носа текут сопли. Жизнь, как страница ВКонтакте, без обновлений. Мусор не вынесем, кактусы пересохли. Из развлечений айпадом погреть колени. Клёвые фотки, а где вы их наснимали? Кипится круто, но ты нахлобучен, видно. Он посылает в ответ очень грустный смайлик. Даже обидно. Смайлик. Даже обидно. Смайлик. Даже обидно. Смайлик. Даже обидно. Даже обидно. Смайлик, вроде беседы, смайлик, вроде поклонник, смайлик, вроде жилетка, даже обидно. Смайлик, вроде жилетка, смайлик, вроде беседы, смайлик, вроде поклонник, даже обидно.
смайлик, 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 никогда не разговаривайте с незнакомыми. Веселее было, давайте, ну, про замуж. Про замуж-то надо? Давайте. Выпивайте, выпивайте, девчонки, выпивайте. Винишко, 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 винишко. Пойдет хорошо. А Таня хочет замуж за миллионера. Так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Питта. Особенно, когда две бутылки распиты. А Оля хочет замуж за футболиста. Сама она подсушенная и мускулиста. Она постит все эти артишные видео, но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. А каждая, у каждой, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца. Но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. А у вас от этой песенки дыбом волосы. А у меня, естественно, нет голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение. А я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик собирали. А кто не знает, собирали — это винчик. А выйти замуж — это инстинчик. Ведь кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая станет реальной целью. А каждая, у каждого, каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца. Но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудака. Читала. Это была эпоха Инстаграма. И теперь напоследок эпоха без Инстаграма. Андрей мой брат. И в эпоху без Инстаграма он работал в Гоу-Гоу. Ему было 13, очень хотелось денег. Он зарабатывал 50 рублей. За вечер. Но потом он заболел и потерял работу. И когда он вышел из больницы, денег очень хотелось, и он выучил танец Майкла Джексона. За танец Майкла Джексона платили 60 рублей. Это был 95-й? 96-й, да. Первые ночные клубы. Да. Одни кроссовки, одно платье. Не, даже, наверное, раньше, это, может, 93-й был. И главное, что самые крутые тусовки были в подвале. Кто помнит это? Почему? Вот скажите мне, почему? Потому что это была эпоха без Инстаграма. В глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, мне было 15 лет, и не было Инстаграма. Не ставили лайков на мой живот, красивый и очень плоский. И был 90 какой-то год, и спирт на разлив в киоске. Паленого спирта текла река, кассетник ругался фоном, я видела только издалека мобильные телефоны.
у хмурих братков і розкошних дам, в ботфортах на босу ногу, то були отчаянные года і культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис от мака или от водки. Мамаши чинили свои носки, мамаши свои колготки-подростки лечили свои угри и много воображали. А Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы с Танькой не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь — игра, а Пашка Карманов — гений. И нам показался бы Инстаграм какой-то дурацкой хрени. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хрипоты, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты и грелись на стекловате. И капало с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно, и будь у меня хоть какой ютуб, узнали его искусство, поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность, и Пашка бы точно тогда не сел за чей-то пустой бумажник. Сегодня в сети всевозможный шлак и много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен, звенел алюминий Wi-Fi антенн, гудел мировой процессор, вбивала хэштеги, валил контент. Но только не те принцессы, а тех из подвала простыл и свет. Это ничуть не странно. Принцессы рулили в 15 лет, в эпоху бед. Чтобы ей наслаждаться свежим хлебом ранней весной. Месяц по ночам выходит в штатском, чтобы не спугнуть веселых снов. В первых чувствах, в радости причастия, в добрых людях, встреченных в пути, столько ненавязчивого счастья, что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, души их ленивых, и плоть у вулкана остывает кратно. Но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство? Это ли не Божья благодать? Ни одной конторе адвокатской сломленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендаций. Сломленные люди часто врут жизнь, да, чтоб ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Мы благодарим всех вас за то, что сегодня в этот политический, замечательный вечер литературных квартирных 47 вы все явились сюда, или 74, как вы по счету? Он все, но почему-то 74. А я думал, просто потому что 47 уже отыграли, а это 74-й регион. И тогда сказал, класс, Челябинск. Спасибо огромное, не только вам, спасибо всем, кто это мероприятие организовал. Давайте прямо сейчас мы пригласим наших партнеров замечательных, всех, которые хотят еще поблагодарить тебя, Соло, Юлия Соломонова, общая численность подписчиков в разных социальных сетях, более 1,5 миллиона человек уже суммировано. Поэтому автор-исполнитель, ее шикарный музыкант Илья Муртазин, все, что вы слышали, вся эта полифония, это его рук дело. Между прочим, Илья — будущая звезда Филиппин. Вы не представляете, он написал песню, он уже стал звездой Филиппин. Я не шучу, это действительно фантастика. Человек магического склада, характера, души и невероятного таланта. Аня Му, которая находится сейчас с нами, директор Солы, восхитительный, супер талантливый оператор, менеджер, монтажер Анна Бум, ее замечательный канал, ищите на YouTube. Андрей Соломонов, актер театра и кино. Мой брат, младший брат, который помогает на этих гастролях Соле. Татьяна и Ольга.
Наши любимые. Просто доброта продакшн. Девчонки, поднимайтесь к нам скорее. Скорее, красавицы невероятные. Добрые, умные, талантливые, умеющие создать тот замечательный, теплый, уютный очаг, возле которого могут погреться все любители прекрасного, эстета, интеллигента, спасибо вам огромное. Зачем это всего больше модели? Но это видно невооруженным взглядом. Как вот так можно быть и умными, и красивыми? Это вот пример того, что можно быть и умными, и красивыми, и добрыми! На самом деле, Юленька, тебя хотят поблагодарить за этот приезд, уже третий по счету, все партнеры, которые пришли сегодня вместе со всеми нашими гостями просто кайфануть на этом литературном квартирнике. Мы просим всех наших партнеров с подарками, с цветами выйти сейчас. Давайте сфотографируемся, подарим все это соли. Кто пришел, наши дорогие партнеры, спонсоры еще можно как называть, представим их. Аудиоцентр просто красивый. У меня же есть чемодан на Ауди. Я такая, знаете, какая модная? Я такая, сама люди с чемоданом Ауди. Да. Ты не просто. Челябинск приезжаешь, Юля, и полная. О май гад.